Лысанов Иван Гаврилович родился 23 апреля 1919 года в деревне Старая Барановка Орловской области. В Красной армии с 1939 года служил в 10-й дивизии НКВД, участник Советско-финской войны 1939-1940 годов. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года командир отделения взвода разведки 288-го стрелкового полка 181-й стрелковой дивизии 13-й армии. 22 сентября 1943 года Иван Гаврилович совместно с боевым товарищем Иваном Сухаревым получил задание разведать оборону врага на противоположном берегу реки Днепр. Два разведчика благополучно перебрались на противоположный берег реки. Разведав позиции немецкой обороны в районе села Менев Черниговского района Черниговской области, разведчики составили схему расположения вкопанных танков, артиллерийских и минометных орудий противника и оперативно доставили добытые сведения. Метким огнем нашей артиллерии оборона противника была разбита. Разведгруппа во главе с Лысановым Иваном Гавриловичем скрытно переправились на правый берег Днепра. Сходу атаковав позиции врага, чем обеспечив захват и удержание плацдарма, увлекла за собой тысячи наступательных бойцов Красной армии. 26 сентября Иван Гаврилович с группой разведчиков, ведя бой за расширение плацдарма, первым ворвался в деревню Березка Брагинского района Гомельской области, увлекая за собой подразделение прикрытия. Противник был выбит из деревни. Таким образом был создан плацдарм для успешного наступления наших войск. 16 октября 1943 года за образцовое выполнение заданий, командование в боях с немецко-фашистскими захватчиками и проявление при этом мужества и героизм младшему сержанту Ивану Гавриловичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Закончил свой боевой путь Иван Гаврилович в городе Бреслау. За годы войны вместе с Иваном Сухаревым им были взяты и доставлены 64 языка, в том числе один немецкий генерал.